Всем здравствуйте! Сегодня я буду рассказывать развернутый маркетинг-план. Получается, смотрите, у нас в нашей компании есть стартовые пакеты, да? Первый пакет это $25. $25 плюс, вы можете записывать, плюс, сам продукт стоит $25, 10 капсул стоит LF8. Плюс $8 доставка и плюс $20 вы платите за бэк-офис. Да? Получается у нас 70, 25, это будет сколько? $53. $53. Если брать в тенге, это где-то 18 тысяч тенге. Себестоимость одной капсулы обходится 1800. Дорого. Да? Но для чего мы это говорим? Потому что у нас мы капсулы продаем по 1000. То есть, если к вам приходит человек и хочет купить 10 капсул, вы говорите, что вы 10 капсул даже продаете дешевле, чем вы купите с компании. Понятно, да? Второй пакет, это $50. Стоит 30 капсул. То есть, это одна вот такая упаковочка LF. 30 капсул LF. Плюс вы платите $8 за доставку и плюс вы платите $20 за бэк-офис. Имейте в виду, что $20 за бэк-офис вы платите один раз. То есть бизнес вы покупаете всего за $20 за один раз. Это получается у нас $78, 30 капсул. Значит, себестоимость одной капсулы получается 900 тенге. 900 тенге. Себестоимость одной капсулы. Понятно, да? Вот это понятно? Теперь третий пакет. Третий пакет $90 стоит 70 капсул LF. 70 капсул LF. Плюс вы платите $13 за доставку. Идет большой пакет, поэтому $13 доставка. И плюс $20 вы платите за бэк-офис. Получается у вас $123 или в тенге это где-то 42 тысячи тенге. Значит, себестоимость одной капсулы уходит сколько? 600 тенге. Я вам буду показывать еще выгодный пакет, потому что даже 600 тенге это дорого. Понятно? Следующий пакет, четвертый пакет. Здесь уже идет, мы вот эти три пакета сказали про LF. Четвертый пакет, это у нас идет отселлер. Так, сейчас. Вот он, отселлеры, пакеты отселлера. 60, получается $60. $60. Это 60 капсул. 60 капсул отселлера идет. 60 капсул отселлера. Плюс вы платите $8 за доставку. И плюс вы платите $20 разово за бэк-офис. Вот это насчет разово понятно, да? Один раз вы платите $20. В следующий раз вы платите просто сам продукт и доставка. Да? Получается у нас сколько здесь? $78. $78. 88 долларов. Посчитайте, сколько это будет в тенге. $88. Да? $88 умножаем на 335. Это. Получается где-то около 29 500. 29, ну 30 возьмем, да? 30 тысяч. Вот теперь 30 тысяч мы делим на 60 капсул. Вот видите, 500 тенге получается. Стоит одна капсула. Понятно, да? Пятый пакет. Это вы берете, получается, две такие упаковки. Две упаковки. Это вот, смотрите, в одной упаковке находится 30 белых и 30 фиолетовых. Значит, здесь 30 и здесь 30. Понятно, да? Получается 60-60. Да, получается, 60 и 60, да? 120 капсул. 120 капсул отселлера, 120 отселлера, 60 белых и 60 фиолетовых.
Они стоят $100 плюс $20 за бэк-офис и плюс $13 доставка. Здесь получается $133. Понятно, да? Есть шестой пакет, это идет смешанный пакет. Мы говорим, что вот это защита на месяц, 24 часа в сутки вы будете защищены, потому что продукт идет ночной и дневной, да? Вот, здесь находится у нас 60 и здесь находится 30. Это на месяц, потому что 60 белое фиолетово пьется вместе, да? За полчаса. Значит, у нас получается $90 стоит 60 фиолетовых и 30 белых, плюс $20 за бэк-офис и плюс $13 идет доставка. $123. Понятно, да? Насчет покупок понятно? То есть, смотрите, получается себестоимость акселера выходит 500 тенге. Да? Я потом буду писать, какие у нас цены идут продажные. Мы много не накручиваем, потому что наша задача, и еще хотела отметить, что продукт идет от 20 до 45 дней. Поэтому нужно заказывать больше. Сейчас я буду показывать, как выгодно заказать, чтобы вам было даже по цене намного дешевле. Все, я это стираю, да? Угу. Получается, смотрите, выгоднее сделать даже продукт купить, если вы возьмете. У нас самые выгодные пакеты какие? Смешанные. Да. У нас самые выгодные пакеты какие? Три пакета. Третий, потом второй. Второй выгодный? Нет. Нет. Да? У нас выгодные пакеты. Третий. Какой еще? Шестой. Пятый и шестой. И шестой. Выгодные? Да. Выгодные, да? 30 капсул, вы вот этот, даже вот эту упаковку вы ждете 20-30 дней. Вы пока начинаете это, опять вам нужно заказывать, да? Поэтому есть выгодная корзина. Когда вы берете себя, регистрируете вот сюда, и можете сюда зарегистрировать опять себя, либо там дочку, сына там, и так далее, да, кого-нибудь. Здесь вы можете купить одну упаковку Элева, то есть это 70 капсул, да, стоит $90. Одну упаковку от Селлера, это получается 120 капсул, да, $100. И одну упаковку смешанного. Это получается 60 от Селлера и 30 Элева. Получается $90. Сколько? $280 стоит продукт. Так? Плюс $20 за бэк-офис и $19 доставка. Мы только что считали, если вы берете один LED, вы платите $20. Берете один Acceler, вы платите $20. Значит, экономите вы сколько? $40. Экономия $40. Опять-таки, доставка здесь отдельно 13-13 это будет 26. И отсюда, если убрать 19, $20 экономите. Так? На доставке. $20. Получается, уже $60 экономия идет. Так? Понятно вот это? Понятно, да? Да. Значит, сколько обходится? $319. $319. Да? Когда вы здесь делаете заказ $319, у нас есть быстрый старт, да? Что у вас здесь идет возврат. То есть быстрый старт, каждый пакет дает определенный балл. Вот эти три пакета дают по 75 CV. 75. А первый вид дохода это какой? 50% от CV, от баллов. Теперь считаем.
75. Сколько вы получаете? 112,5. 112,5. Как мы вышли? Вот здесь идет 37,5. 37,5. Да? Да, да. Значит, мы 37,5 умножаем на 3 пакета. Получается, вы возвращаете 112,5 долларов. Понятно? А теперь давайте посчитаем. 319 минус 112,5 получается сколько? Получается 206. Смотрите, 319 отнимаем 112,5. Получаем 206,5. Это будет в тенге где-то 69 тысяч, да? Правильно? Да. 200 возьму. 69 200. А теперь давайте по капсулам посчитаем. 70 капсул плюс 120 капсул и плюс 90 капсул. Сколько капсул? 280 капсул. И теперь берем 69 200 делим на 280 капсул. Сколько? 247 тенге обходится у нас. Один капсул. Понятно? И вот это хватит на хватит на всю вашу семью. Это чисто даже для потребления. Понятно? Даже вашему соседу не хватит. Чисто для вашей семьи. Понятно, да, вот это? И это же вы можете сделать с этой стороны. Купить этот пакет с этой стороны на 319 долларов. Понятно? Тогда вы сделаете для себя, купите больше продукции, чтобы хватило еще и соседей. Понятно, да? Выгодный пакет, понятно? Классно же? Себестоимость одной капсулы. Класс. Если вы партнерам продаете капсулу, это будет 600 тенге. Вот, пожалуйста, считайте. Умейте считать свои деньги. Что выгоднее? Понятно, да? Всем понятно это пакет? Всем понятно. Всем понятно. Теперь переходим на 9 видов дохода. На сегодняшний день это самое выгодное. Вот это самое выгодное приобретение. На сегодняшний день. Да. Теперь, смотрите. У нас 119 долларов всего, да? Да, да. Сколько стоит? Что возвращаете? 319 долларов мы должны заказывать, да? Да, да, да. И вам возвращается 112,5. Вы посчитаете 319 в тенге? Посчитайте. 107 тысяч. 107? Да, да. 319 долларов. А, 319. Вы посчитаете. 107. 319 умножаем на 330, ну где-то 107 тысяч. Все правильно. Теперь смотрите, теперь в нашей компании есть 9 видов дохода. 9 видов дохода. Вот то, что я вам говорила, первый и второй вид дохода, да? Давайте еще раз повторим. 9 видов дохода. Первый и второй, они похожи. Первый идет как клиент. Второй идет как партнер. Клиент – это 25 долларов. Когда у вас человек, ну, не дай бог, купил продукт на 25 долларов, конечно, невыгодный, да, то этот человек просто закрепляет позицию. Он не получает доход по бинару, только первый вид дохода. Понятно, да? Партнер получает 50 долларов, 90 долларов есть у нас и 100 долларов. Вот 50 долларов этот человек получает все виды дохода, кроме автобонуса. Понятно, да? 90 и 100 долларов эти люди имеют право участвовать в программе автобонус. Что партнер, что клиент получает 50% от баллов. Да? Это 25 долларов, 25 баллов, 50 долларов. 50 баллов, 90 и 100 долларов, 75 баллов. Понятно, да? Если на 25 баллов, это значит сколько? 50%?
От 25 баллов. 12,5 долларов. Вот эти деньги вы получаете сразу же, как под вами человек сделал заказ. Ежесекундно падают деньги. Понятно, да? 50 баллов. Сколько? 25 долларов. 75? 37,5. То есть компания даже вам дает возможность. Регистрация в компании идет бесплатно. Зарегистрировавшись, вы уже имеете право приглашать людей. Конечно же, я это не рекомендую, потому что человек должен сделать сам заказ, и потому что чтобы продукт быстрее. Чем быстрее закажете, тем быстрее продукт придет. Да? Получается, что вы здесь зарегистрировались, вы уже имеете право приглашать людей. Если вы пригласили, допустим, 4 человека, да, и они купили продукцию по 123 или 133, большую корзину, да, все по 123, то получается, вам возвращается сколько? 37,5, хоть сколько, вы можете хоть сколько людей приглашать. Понимаете? Вы здесь сколько заработали? 150 долларов. И на эти деньги вы можете сделать себе заказ. Еще. У нас и говорится, что даже если у вас нет денег, но вы хотите делать бизнес, вы можете начать бизнес без вложений. Вот это и есть. Бизнес без вложений. У нас есть люди, которые начинали вот так вот бизнес. Ни копейки не вложив, заработав, начали делать бизнес. Понятно, да? Понятно. Понятно. Потому что на самом деле наш продукт рекомендовать легко. Люди сами спрашивают, что с вами. Похорошело, постройнело, помолодело там, и так далее. Да? Поэтому продукт рекомендовать очень-очень легко. Вот это понятно, да? Теперь у нас есть третий вид дохода, бинар. Многие его недопонимают. Есть люди, которые не понимают бинар? Я понимаю. А? Не понимаю. Не понимаете, да? Ну, отлично, что вы не понимаете. Потому что я сейчас постараюсь вам донести. Третий вид дохода – это бинар. Что значит бинар? Вообще, что такое би? Два. Би – это два. То есть у вас... Это не означает два, это не означает, что вы всего приглашаете два человека. Вы можете пригласить сколько угодно, но они у вас будут расставляться на левой и на правой стороне. Понятно, да? Угу. То есть вы можете вот так приглашать людей. Вот это могут быть ваши личные люди. С перерывом. Да. То есть вот это, кто вот в сети работал, они знают, что такое перерыв. Вот это могут быть ваши люди. Но у вас две ноги. Это вот, знаете, вот так линейку взяли и вот так разделили на два. Понятно, да? Самое классное, что здесь? У этого человека тоже есть спонсор. У него тоже две ноги. И он может своего человека поставить сюда. Понятно, да? Этот человек может поставить сюда. Понятно, да? Где свободно, туда и ставят. Например, если у меня с одной стороны... 2000 человек, а с другой стороны это 3000 человек. Наименьшая ветка у нас какая? Где по баллам меньше? Меньше. Где по баллам меньше? Не где по людям меньше, а где по баллам меньше. Где вы смотрите? Вы смотрите в бинарном обзоре. В бинарном обзоре есть левая сторона и правая сторона. И вы можете сами контролировать, сами менять. Где у меня меньше баллов, я туда ставлю человека. И он у меня, моя первая линия куда каким будет? 2000 первым стоять, где свободно. Понятно? Многие это не понимают, куда мои люди будут становиться. Понятно, да? Вот. Теперь смотрите. Первый месяц все сделали заказы по 123 доллара. Да? Все сделали заказы. Допустим, вот это первый месяц. Все сделали. Все от этого заказа получили свои. То есть вот этот человек подписал вот сюда, но он от него получает 37,5. Понятно? Да? И все вот так друг от друга, ну вот кого пригласили вы первым, 37,5 вы получаете. Помимо того, что вы получаете 37,5, вам еще начисляется бинарный бонус. И в первый месяц бинарный бонус это 15 баллов. 15 баллов, 15 баллов. 15 баллов, 15 баллов, 15 баллов, 15 баллов,
15 баллов. Почему мы говорим занять выгодную позицию, быстрее зарегистрироваться? Потому что вот этот человек пришел позже, да? И вот этот 15 баллов идут всем, друг другу. Понятно, да? Да. Понятно, да? Хотя он того человека, да? Хотя он того человека, да, да. Но он стоит у него под низом, и ты все равно от него получаешь. Мой спонсор вышестоящий поставил мне человека, он делает активность или там подписку, баллы все поднимаются мне. Потому что этот человек у меня стоит внизу. И это вот так тоже. Вот это то же самое. Глубину. Вот так же все идет. От всех вы получаете. Если этот человек стоит внизу. Понятно, да? Понятно вам? Понятно. То есть тому человеку первый месяц по 15. Вот сейчас я буду вам говорить. Вот смотрите, у нас есть покупка 25. Почему? Он тоже, да, возьмет? Девочку. Хоть он поставил туда, он поднимется к нему все равно 15. Да-да. Это его личник приглашенный. Да. То есть идет с переливами. У нас есть пакет 25, есть 50, есть 90 и 100. Так? Первый месяц по бинару падут такие баллы. 25 это 5, 50 это 10, 90, 100 это 15 баллов. Первый месяц. Во второй месяц, когда люди делают повторную покупку, уже не 123 будет, а сколько? 103. По 103. Скидка. По 103. Это не скидка, это вы дорожные. За магазин, да, платите. Да. Вы платите только за продукт и за доставку. Потому что за магазин вы уже заплатили. Да? Все платят по 103. Так? Угу. Значит, повторная покупка, многие люди делают повторную покупку и ждут, что ему пойдет 37,5. 37,5 это быстрый старт с первой покупки. Компания бы обанкротилась, если бы так платила. Да? Она платит баллы. Но в чем классно? Баллы увеличивают 5 раз. 25 баллов, 50 баллов, 90-100, 75 баллов. То есть ваши баллы, вот давайте так посчитаем, 15, сколько? 60 баллов, да? Первый месяц, по этому примеру. А теперь 75 умножьте на 4. Сколько будет? 300. Представьте, 60 и стало сразу 300. На второй месяц. И вы получаете от наименьшей веточки, например, здесь наименьшая, да? Здесь сколько у нас? Получается 75. Это будет сколько? 225. Наименьшая ветка какая? 25. Угу. Наименьшей ветки вы получаете до 20%. Это не 20%. Компания платит бинарный обзор не 60% в сеть. То есть этот процент может меняться в зависимости от оборота именно за неделю. У нас бинарный бонус мы получаем каждую неделю. Понятно? Бинар вы получаете неделя через неделю. Поняли, да? Сделали сегодня какой-то бинар, он не упадет на этой неделе, он упадет на следующей неделе. Бинар падает неделя через неделю. То есть здесь может быть 15%, 16%, 14%, в зависимости. Одноименьшие ветки вы получаете. Понятно? То есть у вас может быть прогнозируемо стоять, например, 100 долларов, а упадет вам 80 долларов. Прогнозируемо это одна сумма. 1% почти прогнозируемый, он и называется прогнозируемый бонус. Понятно, да? Точно понятно? Смотрите, я вам просто покажу пример. Например, у вас... Спрашивают, вот эти баллы, по-моему, деньги превращаются? Ну, конечно, вот. 225 умножьте на 15%. 225 умножить на 15%. Это 34 доллара. Вот у вас бинар получается 34 доллара. Понятно? Точно понятно? А вот это 15% откуда взяли? Ну, я приблизительно написала 15 долларов. Приблизительно. А-а-а. То есть он может быть больше, может 16. Зависимость от балла. Что умножаете туда? Баллы умножаю на процент. Баллы конвертируются в деньги.
Это от баллов идут деньги. Понятно, да? Баллы конвертируют. Например, у вас на одной стороне 1000 баллов, а на другой стороне 2500 баллов. С какой ветки вы будете считать? С тысячи. С малой. Где-то 180 долларов у вас стоит начисление. Да? Вот эти баллы, допустим, здесь, это же вы получили за 1000 баллов. Вот эти баллы, допустим, здесь 300 или 225, или здесь, допустим, получается 1500 переходит на следующую неделю, они не сгораются. Баллы, которые остаются, они не сгораются. Скажу вам, в каком случае сгораются. А то я вот снимала видео, мне сказали, а вы там это не сказали, да? То есть у нас есть понятие активность. Активность – это значит, вы делаете покупку, наименьшую покупку, где-то 103 доллара. Это у нас получается потребительская сеть. Мне нужен продукт для потребления, даже не для продажи, там еще что-то, для личного потребления. Я потребляю, она потребляет, вы потребляете и так далее. Все потребляют этот продукт. Нужен продукт, дорогая? Нужен, да? Даже не на продажу. То есть, когда вы делаете заказ на 103 доллара, этот заказ нужно выполнить до первой среды начала месяца. Один раз мы получаем доход. Сколько недель у нас в месяце? Четыре. Один раз мы сделали, 4 недели мы получаем бинарный доход. Каждую неделю, не только бинарный, другие тоже виды дохода, кроме быстрого старта. Быстрый старт сразу платит. Остальные, даже бонус бриллианта, мы получаем каждую неделю. Понятно, да? Каждую неделю идет срез, каждую неделю мы получаем деньги. И получается, что вот эти баллы, они не сгораются, если вы не сделали активность. Ну, у вас, допустим, вы не сделали активность, а у вас структура растет, да? У вас начислено 180 долларов. Вы не сделали активность, вы 180 долларов не получили. А баллы перешли. Понятно? Вот это понятно? То есть достаточно просто сделать до первой среды покупку, и все, и... Почему сгорает эта ситуация? Потому что вы не активны. А если послугали, еще нет? Нет. Вот слайд, сказать, сама это послугали. Давайте, Татьяна, на все ваши вопросы отвечу попозже. Угу. Хорошо? Сейчас мы разбираем маркетинг. Все вопросы я отвечу в конце. Сейчас просто маркетинг говорим. Понятно, да? Теперь смотрите, вот эти баллы переходят, вы получаете на следующую неделю. Вот эти баллы спускаются вниз, вы получаете то, что на прошлой неделе начислили. Неделя через неделю. Понятно? Так, какой у нас следующий доход? А почему 180 долларов примерно берете? 1000 баллов от 180. Ну, то есть 18, прогнозируемо 20%. Я только что объясняла, что компания платит не больше 60% товарооборота в сеть. Это может быть и 18%, это может быть и 17%, это может быть и 16%. Как понять, может быть? Ну, я же не знаю, какой оборот будет за неделю. Надо высчитать. Поэтому компания считает вам. Компания вам все считает. Я вам сейчас покажу на своем примере, чтобы вам было более понятно. Сейчас мы маркетинг закончим, я покажу, как это в магазине видно. Хорошо? Следующий доход у нас какой? Кто внимательно слушает? Спонсорский. А? Спонсорский. Номер дохода какой? Номер дохода какой? Третий. Вот смотрите, что значит слышать и слушать. Я говорю номер дохода. А, четвертый. Нет, седьмой. Вы не так хорошо слушаете? Ну, первый быстрый старт, второй бинар. Третий вид дохода – это автобонус. Нет. Вы меня так внимательно слушаете, я прям удивляюсь. Первый и второй вид дохода – это быстрый старт. Клиент и партнер. Я вам прям сделала акцент. Научитесь слышать. Не просто слушать. Уберите все мысли. Кушать надо приготовить. Воскресенье, мужу надо тут. Убирайте. Будьте здесь. Понимаете? Потому что я уеду, вы останетесь. Потом у вас вопросы будут возникать те же самые, которые я раскрывала здесь. Понимаете? Поэтому научитесь слышать. Первый и второй вид дохода – это быстрый старт. Третий вид дохода какой?
15. Значит, сейчас какой вид дохода? Четвертый. Вы же записываете? Я почему вас спрашиваю, чтобы вы меня слышали? Четвертый вид дохода это какой? Спонсорский бонус. Вы сказали четвертый, но вы засомневались. Правильно вы говорите или нет? Нужно говорить твердо и четко. Четвертый вид дохода. И все начали путать. Третий, второй, четвертый вид дохода. Четвертый вид дохода это спонсорский бонус. Что значит спонсорский бонус? Я всегда ставлю план в месяц пригласить 20 человек. 20 человек. То есть не надо там 2 человека, 4 человека. Больше людям нужно помогать. Не то, что помогать, давать возможность, да? То есть смотрите, у нас идет бинар. Вы видели, да, бинар, две ноги. Я вам покажу в линейке, что вы поняли. Хорошо? То есть вы приглашаете хоть сколько людей. Это ваши личники. Каждый имеет определенный доход по бинару. У меня, например, в структуре на данный момент где-то 6 бриллиантов. 6 бриллиантов. Смотрите, и получается, каждый имеет определенный доход. Кто-то 1000 долларов зарабатывает по бинару, кто-то 200 долларов, кто-то 500 долларов, кто-то 600, кто-то там 3000 долларов, например, да? То есть каждый имеет определенный доход по бинару. Это все прибавляется, 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 прибавляется. Например, все в моей структуре дают доход, зарабатывают вместе по бинару 10 тысяч долларов. Понятно? Не все виды дохода по бинару. Понятно? Быстрого старта здесь нету. Здесь только бинар. Вот это понятно? Если мой доход составляет 5 тысяч долларов в неделю, значит, сколько мой спонсор будет получать? 20%. От 5 тысяч долларов сколько процентов? Сколько получать? 100. Тысяча. От 5000 долларов 20% это сколько? 2000. Нет, отсюда 2000. Отсюда 2000. 2000 долларов. А от 5000. То есть от меня одной мой спонсор получает 20%. Но это, знаете, вчера мне задали вопрос. От меня это не забирают. Это платит компания. Понятно? Никто ни у кого не забирает. Здесь платит компания. Мне многие сейчас вопросы задают. А что это? Я говорю, ничего не забираю. Платит компания. Значит, если все дают 10 тысяч долларов, 2 тысячи долларов только идет спонсорский бонус. Потому что я этих людей вырастила, поставила, они начали зарабатывать. Это очень правильный бонус. Понятно, да? Всем понятно? Пятый вид дохода – это бонус поколения. Бонус поколения – это идут ранги уже. Серебро, золото, платина и бриллиант. Пятый – серебро, шестой – золото, седьмой – платина, восьмой – бриллиант. Сразу разбила, сразу оптом. Теперь смотрите, серебро, меня послушайте внимательно, серебро это наименьшая ветка 1000 баллов по бинару. По бинару наименьшая ветка 1000 баллов. Здесь может быть 2, 3, 1200, но наименьшая ветка 1000 баллов. 1000 баллов вы получаете с дохода второго уровня, вы получаете 10%. Понятно? Например, Карлгаш моя первая линия, вы моя вторая линия, да? Карлгаш заработал 1000 долларов, и вы заработали 1000 долларов. Значит, от Карлгаш я получаю сколько? 10%. 20%. Она моя первая линия. А, да-да-да. Я от нее получаю сколько? 200 долларов. А от вас я получаю 100. Понятно? Второго уровня. От дохода второго уровня, личного. Личного, не от которой там переливы, а личного. Понятно, да? Золото – это наименьшая ветка 2500 баллов. Уже с дохода третьего уровня по бинару 10%. Понятно, да? Платина – это 5000 баллов с дохода четвертого уровня.
10% дохода четвертого уровня. 10%. Класс. Супер? Супер, супер. Вообще классно, классно, да? Классно, да. И бриллиант это 7500 баллов. 7500 баллов, наименьшая ветка. Повторная покупка у нас сколько баллов дает? 75. Значит, для бриллианта нужно сколько покупок? Представьте, всего 100 покупок с одной стороны, 100 покупок с другой стороны, и вы бриллиант. И бриллиант получает 2% от мирового товарооборота. Вообще. А у нас сколько стран? 180. Больше 180. Ну, более. Да? Да, вчера мы, по-моему, считали, там уже 210, что ли, стран уже. Понимаете? Класс. Получается 2%. У нас индусы хорошо работают, у них там бриллианты выходят хорошие. У нас Англия хорошо работает. То есть, действительно, на самом деле, сейчас рост идет. Вчера ко мне Корея начала звонить. То есть, у нас ограничений нету. У нас идут более 200 стран мира на сегодняшний день. И компании всего год. То есть, компания только-только начала свой старт. Вот эти доходы понятно? Да. Классно? Выше. Выше, супер. Классно. На самом деле... Здесь денег очень много. Вот кто начинает понимать, денег очень много. Вот то, что я говорю, вот 20 человек на первую линию, если вы вот это будете выполнять, то у вас всегда будут деньги. Понимаете? Ставьте план. Да? И девятый вид дохода автобонус. У нас автобонус. А что это за бонус, да? Вы приглашаете сколько человек на первую линию? Четыре. Личников. Сколько вы приглашаете людей на первую линию? Четыре человека. Четыре. Сколько вы приглашаете? Бесконечно. Двадцать человек. Двадцать. Слышать и слушать. Я вам сказала, приглашаем 20 человек. Из этих 20 четверо захотят делать бизнес. Вы пригласили 4 и начинаете его. Ты его должен 4 пригласить. Вот у меня автобонус не закрывается, ты должен 4. Убираете это все. Хорошо? Люди сами должны сказать. Хочу, скажи, покажи. Понятно, да? Из этих 20, если вы будете ставить план 20 человек, сколько вы ежемесячно будете получать? 20 умножьте на 35. Сколько это будет? 750 долларов каждый месяц у вас будет. Я же вам не просто говорю, а для того, чтобы у вас были деньги. Ну и быстрее будет старт. Если вы пригласили 2 человека или 3, равен нулю. Понимаете? Ваш бизнес равен нулю. Поэтому приглашаем больше. Когда вы приглашаете 4 человека, ну, 4 из них начинают делать бизнес, из 20, четверо. Да? И все берут пакет 30-500. Большие, да? Большие пакеты. 123 либо 133. Угу. Да? Большие пакеты. И эти люди начинают тоже делать то же самое. Потому что здесь на самом деле быстрый старт. У нас же психология какая? Я дал деньги, хотя они купили продукт. А как я могу еще вернуть? Тебе говорят, пригласи 4 человека, и ты вернешь свои 123, да? Ну, как бы психологически человек хочет вернуть. Хотя там возвращать-то нечего, продукт идет. Да? Поэтому приглашаете вот так по 4. Вам не надо ждать продукт, пока он придет. Вы приглашаете людей, и с этих денег вы делаете опять заказ. Потому что вы видите, что заказа не хватает. Да? То есть вот так вот 4 по 4. Вы начинаете приглашать. То есть сам пакет минимальный стоит сколько? 90 долларов. Угу. Да? Товарооборот сколько здесь человек? 20. 20 человек. 20. Умножаем на 20 человек. Сколько выходит? 1800. 1800. За товарооборот 1800 долларов компания платит 500 долларов премию. Автобонус. На содержание вашего автомобиля, который у вас есть. Здесь нужно сдать документы. Я потом вам это буду объяснять более подробно.
Понятно, да? У нас пришла девушка, сделала автобонус, и она говорит, мне пока в кошелек не упали 500 долларов, я не верила, что вообще такое возможно. Есть люди, которые здесь получают автобонус? А? Нет. Еще нету здесь людей, которые получают автобонус? Нет. Серьезно? Потому что на самом деле этот бонус очень легкий. И его делают у нас за день, за два, за три. Вот это. При сильном желании это можно сделать. И 500 долларов вы получаете достаточно, что ваши люди делают повторную покупку, вот эти 4 по 4, и каждый месяц вы получаете 500 долларов премию. Супер? Да. Классно, вообще класс. Потому что продукт там не стыдно идти, он работает. Да-да-да. Представьте, вам взяли такую золотую жилу. Фух. На, бери. Потому что денег на самом деле здесь много. Когда у нас была акция, мы вчера об этом говорили, я за 10 дней заработала 20 тысяч долларов. За 10 дней. Я такая думаю, так, не поняла. Это что такое? Это вообще что было? 10 дней. За 10 дней 20 тысяч долларов. Возможно, возможно. Понимаете? Возможно. И когда такие деньги начали, я увидела, что на самом деле, я почему-то на всех презентациях говорю, вы даже не понимаете, не представляете. А я в проекте всего год. У нас люди в сети работают 20 лет, они такие доходы не получают. 20 лет работают, они такие доходы не получают. А здесь компания всего год, и мы уже вышли на такие доходы. Сейчас я вам хотела тоже покажу вам ролик, потому что мы на самом деле сейчас, я говорю, раньше я, допустим, шла в магазин, я смотрела на цены. Не то, что я хочу купить, а то, что было по моему карману. Да? Либо в ресторан я раньше ходила, я всегда смотрела, сколько стоит это блюдо. Я не смотрела, вот по-арабски, знаете, по-арабски читают же. Вначале цена, а потом блюдо, да? Есть такое, уже по привычке, сколько стоит это? Сейчас я смотрю, что я хочу. Потому что хватает денег. Потому что денег на самом деле здесь очень много. И мы в этот раз поехали в Таиланд, и мы себе много себе позволили. Потому что я всегда мечтала сделать фотосессию. Я сделала там фотосессию в Таиланде. Понимаете? Я мечтала раньше об этом, что меня будут фотографировать, я буду вот так стоять, вот так стоять. Я свою мечту начала сейчас здесь осуществлять. Мало того, мы еще с мужем там купили квартиру. И в проекте я всего год. Вы представляете? В проекте всего год. А что будет через 3 года? Как вчера говорили, остров купите. Самолет купите. Остров купите. Потому что на самом деле возможность вот эта очень классная. И возможность дается каждому. Сейчас я вам буду демонстрировать свой магазин. Мы можем по нему посмотреть. Вот, чтобы было понятно. Можете, наверное, на паузу нажать. Называется метод Чивини. Как выйти на доход 20 тысяч долларов в месяц по методике 1 плюс 1. Я эту методику, можно сказать, не растягивала, а я сделала проще. Чтобы выйти на 20 тысяч долларов в доход, я еще больше, ну, как бы действий делала, да? Вот смотрите, если вы в месяц приглашаете одного человека, на второй месяц вы учите одного человека пригласить одного человека. Вас становится уже трое. На третий месяц вас становится 7, даже если по одному человеку приглашать. На четвертый месяц 15, и за год уже 4095 человек. И если вы, видите, на левой и на правой ветке у вас по 2000 человек, вы выходите на доход 20 тысяч долларов. Если 100% все будут работать, ну, естественно, 100% не будет, да? Если вы это сделаете на 85%, 17 тысяч. Если сделаете на 50% 10 тысяч, если на 25% 5 тысяч долларов. То есть, если не все. Понимаете? Даже если по методике Чивини вы будете двигаться, вы все равно здесь выйдете на доход.
Понятно, да? Угу. Вот эта методика, конечно, я ее не рекомендую никому. Я хочу, чтобы вас быстрее доходили. Но даже по этой методике вы можете выйти на хорошие доходы. Ну и, конечно, у нас, видите, работает закон насыщения рынка, никто не отменял, да? Закон статьи, это никто не отменял. Вот сейчас у нас идет 1%. 1%, потому что на самом деле мы бизнес еще не начали. У нас же с Казгани никого нет, у нас Чимкент только-только начинает, у нас в Казгарде никого нет, понимаете? То есть бизнес только-только начинается. У вас сколько людей? На самом деле. А я сейчас вам буду показывать. Сейчас я покажу свою букву. Так, Гуля спрашивает, у вас сколько людей? Сейчас покажу. А я ответила вопросы. Сейчас покажу. На паузу нажмете?